через месяца четыре, так, ну, как началась война, сразу вот прилетела в наш дом, в подъезд, в два или три прилета было в квартиру. Лестницу попала в подъезд, яма, и попала прямо в подъезд. Лестница до третьего этажа полностью, нету лестницы. Люди не могут зайти в квартиры, позабивать свои окна. Ну, я работала здесь, в соседнем селе, на Сандоре. Я работала. Ну, там где эти чипсы, там сухарики, вот это все такое вот делали. Работала. Сейчас, на данный момент, остались без работы. Я родилась здесь, в поселке, выросла, ходила здесь в школу. Всю жизнь прожила здесь. У нас сейчас 50 человек, а с начала войны нас было 38 человек. Ну, когда мы были здесь, когда были обстрелы, мы остались здесь. Потому что уезжать некуда. Жила в подвале в том доме, в пятиэтажном. А потом, когда дали свет уже нам, это через 9 месяцев войны, нам дали свет, и я перешла в квартиру. Придется вам, так как я лезу по лестнице. Двери выбыло. Двери нема, заколотили наглухо. Здесь тоже вот ванна, все вырвало, так затулило, так чтобы ветром не дуло. Ничего нету, все надо восстанавливать.